Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойный есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Бога, Слово родшую, сущую Богородицу тебя величая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе из мертвых, Господи Иисусе Христе, Боже наш. Молитва ради пречистой Твоей Матери, силу честного и животворящего креста и святых ангелов наших хранителей, и всех святых, помилуй и спаси нас. Яко благ и человеколюбец. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Слава тебе, Боже наш, слава тебе всяческих ради. Слава тебе, Боже наш, слава тебе всяческих ради. Слава тебе, Боже наш, слава тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко не колишься творик благое перед тобою, но избави меня от лукавого, и да будет воля твоя. Да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сые вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приди и вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь выпьем Ти сильне. Свят, 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 еси Боже Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрайся, воздвиг меня, си, Господи, ум мой просвети, сердце и сне мои отверзи. Во еже петь тебя, Святая Троица, свят, 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 еси Боже Богородицу и помилуй нас. И ныне присно во веки веков, аминь. Внезапно судья прииди, такое гожды деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, 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 еси Боже Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троица, яко и многие ради Твоя благости и долготерпения не прогневался, если на меня ленивого и грешного,
ниже погубил вместе с беззакониями моими. Но человеколюбство есть обычно, и в нечаянно лежащего воздвиг меси, о еже утреннее ти славословите державу твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем твоим, и разумейте заповеди твоя, и творите волю твою, и пейте тя в исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Псалом 109. Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе не положу врагов твоих у подножия ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствуй среди врагов твоих. В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни, и чрево прежде нет. Единицы, подобно расти рождение твое, клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхиседека, Господь одесную тебя, Он в день гнева своего поразит царей, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной, из потока пути будет пить. И потому вознесет главу. Аллилуйя! Славлю тебя, Господи, всем сердцем моим в совете праведных и в собрании. Великие дела Господни, вожделены для всех любящих он и. Дело его слава и красота, и правда его пребывает вовек. Памятными соделал он чудеса свои, милостив и щедр Господь. Пищу дает боящимся его, вечно помнит завет свой, силу дел своих явил он народу своему, чтобы дать ему наследие язычников, дела рук его, истина и суд, все заповеди его верны, тверды во веки веки. Так, основаны на истине и правоте, избавление послал он народу своему, заповедовал навеки завет свой, свято и страшно имя его, начало премудрости, страх Господень, разум верный у всех, исполняющий заповеди его, хвала ему пребудет вовек. Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди его, Сильно будет на земле семя его, род правых благословится, обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек, во тьме восходит свет правым, благ он и милосерд, и праведен, добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде, он вовек не поколеблется, в вечной памяти будет праведник, не убоится худой молвы. Сердце его твердо, уповая на Господа, утверждено сердце его. Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим. Правда его пребывает вовек. Рог его вознесется во славе. Нечестивый увидит это и будет досадовать. Заскрежешет зубами своими и истекает, и стает. Желание нечестивых погибнет. Аллилуйя! Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне. Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек. От восхода солнца до запада да будет прославлено имя Господне. Высок над всеми народами Господь. Над небесами слава Его. Кто как Господь?
Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю. Из праха поднимает он бедного, из брения возвышает нищего, чтобы насадить его с князьями народа его, неплодную вселяет в дом матерью, родящейся о детях. Аллилуйя! Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда сделался святынью его, Израиль – владением его. Море увидело и побежало. Иордан обратился назад. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Что с тобою, море, что ты побежала? Что с тобою, Иордан, что ты обратился назад? Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как агнцы? Перед лицем Господа трепещи земля, перед лицем Бога Иакова, превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей, для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах и на земле творит все, что хочет, а их идолы – серебро и золото, дело рук человеческих, есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, есть у них ноздри, но не обоняют, есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят, и они не издают голоса гортанью своею, подобны им, да будут делающие их, и все надеющиеся на них. Дом Израилев, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Дом Ааронов, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Боящиеся Господа, уповайте на Господа, Он наша помощь и щит. Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет дом Израилев, благословляет дом Ааронов, благословляет боящихся Господа, малых с великими. Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу, но мы, живые, будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя! Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, и преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня. Я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне, Господи, избавь душу мою. Милостлив Господь и праведен, и милосерд Бог наш. Храни Господь простодушный. Я изнемог, а Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой Твой. Ибо Господь отблагодействовал тебя. Ты избавил душу мою от смерти, мочи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицем Господним на земле живых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! От сна восстав, полуночную песнь приношу Тебе, спаси, припадая вопию Тебе. Не дашь мне уснуть и во греховной смерти,
но щедр меня распнися волею, и лежащий меня в ленности ускорив постави, и спаси меня в предстоянии молитве, и по сне ночнем в сиеме день безгрешен, Христе Боже, и спаси меня. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь, и милосердием Твоим. И молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, видев царство Твое вечное. Ты бы, если мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне рабу Твоему, мимошедшее время носись я без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творче, сподоби меня истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей силы всякие плоти, вышних живый и насмиренное презирай, сердца же и утробы испытуй, сокровенные человека в яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенения. Сам бессмертный царю прими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающе, от скверна к тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом, мыслью, ведением или неведением согрешенной нами, и очистенной от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую житья ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и вредного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. Вон же со славою Судья всех приедет, кому ж додать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радости божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы веси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстоя каянной моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною, насильством смертного сего телеси. Укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю-покровителю, окаянной моей души и тела, вся мне прости, и ликом тебя оскорбих во все дни живота моего, и аще что согрешив в предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем грехе прогневаю Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем, и достойно меня покажет раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и все скверные, лукавые, хульные помышления от окаянного моего сердца, помраченного ума моего, и погаси пламя страстей моих, яко нищесим, яко янин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех дей злых свободи меня, яко благословенно, если от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Молите Бога нас. Святые угодники Божии Ростислав Авраам Александр, Антоний Владимир Галина Геннадий, Наталья Георгий Евгений Ездри Екатерина Елена, Иоанн
Игнатий, Игорь, Илья, Ирина, Михаил, Петр, Константин, Любовь, Михаил, Надежда, Наум, Николай, Ксения, Людмила, Ольга, Михаил, Вячеслав, Екатерина. Як усердно к вам прибегаем, скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спас родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди твоя, и благослови достояние твое. Победы на сопротивное даруй, и твоим сохраняй крестом твоим жительство. Явился еси дни вселенней, и свет твой, Господи, знаменося на нас, в разуме поющих тя, пришел еси, явился еси, свет неприступный. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Стопоклонная молитва. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, слава Тебе! Хвала Тебе, наш милосердный Бог и Иегова. Авва, Отче, услышь молитву нашу. Прости меня грешного и помилуй. Тайное и явное в уме и в помышлении, и во все дни жизни великие и малые грехи мои прости. И соблазн, который я подавал ими, где я падал и вставал, Господи. Но благодарю Тебя, что никогда не давал мне отчаиваться в спасении Твоем. Это помощь Духа Твоего Святого и молитва святых. Хвала Тебе, Аллилуйя. Благодарю Тебя, Боже, за день, в который Ты мне даровал веру Твою святую, страх перед Тобою и ожидание суда Твоего. Благодарю Тебя, Боже, за день, в который Ты мне даровал святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Слава Тебе! Пресвятая Владычица моя Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога наш, спаси нас молитвами Твоими святыми. Матерь Божия, я благодарю Тебя, покроем афором любви Твоей. В скорбях и в печалях и в тесных обстоятельствах Ты помогала мне от позора, поношения, посрамления, отступничества и измены спасала. Хвала Господу нашему Богу за ходатайство Девы Марии, за род человеческий, дивная заступница наша Дева Мария. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Добрый мой ангел, благодарю Тебя. Сколько лет Ты защищал меня от невидимых и злобных духов, которые могли бы погубить меня. Без покаяния не отпусти из жизни и в транспорте. И всюду Ты хранил меня, ангел мой, и в смертный час не покинь, и на мытарствах проведи душу мою, и введи ее в Царствие Небесное навеки. Благослови, Господи, народ Твой, еврейский, чтобы они приняли Сына Твоего и Иисуса Христа, как истинного Мессию и Спасителя. Благослови, Господи, русский, татарский, украинский, белорусский, казахский, армянский, грузинский, другие большие и малые народы, да обратится к Тебе остаток Твой и да изменит жизнь свою. Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Господи, научи нас жить в бедности и быть благочестивыми и довольными, и довольствоваться питанием и одеждой, и искать прежде всего Царствие Божие и правда Его, и не бояться начальствующих и правителей грозных, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать, и устоять верности Богу,
Господи, услышь наши молитвы и те, кто молится о нас. Косни сердец патриарху Кирилла, Варфоломея, Ильи, Франциска Бенедикта и других епископов, Кирилла, Анастасия, Сергия Евтихия, Пармена Игнатия, Илариона Тихона, Ануфрия, Максима, Всеволода, Антония, Порфирия, Лонгина и других. Священников и диаконов Георгия Александра, Дмитрия Артемия, Георгия Александра, Михаила Михаила, Андрея Андрея, Иоанна Сергия, Павла Владимира, Константина Олега, Геннадия Геннадия Наума, Иакима Святослава, Алексия Алексия Николая, Дмитрия Александра, извергнутых Владимира Анастасия, Максима Андрея, Сергия, покрой любовью своею. Не дай погибнуть Глебу Грозовскому, не дай отчаяться Владимиру. И благослови, Господи, всех тех, кто является служителями Твоими, Господи Боже наш. Аполлинарию не покинь. Святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Слава Господу Богу за святителя Господня Николу, скорый помощник в деле, благодарю Тебя, ибо Ты слышишь молитвы о людях и животных. Господи Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, наш милосердный! Спаси нас, Господи, и помилуй! Аллилуйя! Святые пророки Илья, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия и Иеремия, Варуха, Иезекииль, Оси и Аиль, Агей, Сафоний, Захария, Малахи, Давид, Нафан, Даниил и отроки, пророк Михей, молите Бога о нас. Господи, слава Тебе за святую Библию и за дивных пророков, которые движимые Духом Святым, изрекли и записали эти слова для нас. Исполни Духом Святым Твоим Церковь Твою, и дабы день прихода Твоего и нашего отшествия не застал нас неготовыми, но вышли бы мы навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными елей добрых дел, содеянных в Духе Святом и с любовью. Святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, все небесные силы, престолы Божие предстоящие, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, первоверховный Петр и Павел, святые евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн, молите Бога о нас. Господи, умягчи сердца правителей мира, Владимира, Владимира, Валерия, Александра, Сергия, Сергия, Рамзан, Рустам, Ильсур, Эрдогана, Джозеф, Эммануэля, Олафа и других правителей мира. Да продлится еще мир на земле. Даруй нам, Господи, священника, рожденного свыше, и место для занятий, и определи нашу участь, как Тебе угодно. Господи Боже наш, слава Тебе! Святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский и Устин Философ, Власий и Харламбий, Косма и Демиан, Андрей Стратилат и Юрон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон и 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, Авраам и Болгарский, Вячеслав Чешский, молите Бога о нас. Господи, слава Тебе за святую Библию, укрепи сердца наши в Слове Твоем. И малые дети, чтобы искренне верили в Тебя, в гонениях и в искушениях не допусти до принятия Антихристова начертания, чтобы в скорби и печали никто не отошел от Тебя. Святые учителя Церкви Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний Макарий, Макарий Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, святитель Феофан, святитель Игнатий, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, митрополит Иннокентий, Макарий Алтайский, Филарет Московский и все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас. Да помилует и спасет Господь, да дарует нам жажду исследовать Слово Божие и любовь к Святой Библии. Святые жены и девы Феокла Первомучен, Фатина Самаринина Феврония, Вера и Надежда, Любовь Матери к Софии, Наталья Адриана Варвара, Екатерина Перепетуя, Татьяна Ирина Елена, Нина Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юния, Киприяна и Юстина,
молите Бога о нас. Даруй, Господи, женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость, и сохрани их от поруганий и нападений недобрых людей. Хвала Тебе, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Господи, молим Тебя, благослови призванных Никиту, Максима, Александра, дабы они не согрешили и не запятнали себя чужой кровью. Андрея, косни сердце. Болящих наших, Господи, посети Сергия, Антония, младенца Елизавету, Татьяну, Ольгу, Сергия и Аврааму. Не дай погибнуть в этом мире, смешаться с миром, даруй покаяние. Илью, находящегося в узах, посети. Николая, Романа, благослови найти работу по сердцу твоему. Вячеслава, Илью, Анатолия, укрепи в семейных вопросах, дабы они не колебались от возмущения их жен. Господи, благослови Ирину, сохрани ее от всех недобрых людей, дабы она послужила Тебе до конца. Господи милосердный, молю Тебя о неверующих или маловерующих, или в ересе пребывающих. Владиславе, Артеме, Викторе, Павле, Лии, Софии, Ксении, Елены, Ольге, Григории, Надежде, Надежде, Людмиле, Николаю, Василии, Марии, Алексею, Максиме, Ксении, Виталии, Елене, Галине, Резиды, Розы, Владимире, Игоре, Вячеславе, Илье, Олеге, Анатолию, Юрию, Татьяне, Михаиле, 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 Александре, Сергею. Сотвори с ними, Господи, по воле Твоей. Изгони всякого духа злобы из Рустика, Александра, Александра, Романа, Андрея, Игоря, Максима, Максима, Владислава, Владимира, Александра. Да будет, как Тебе угодно. Даруй покаяние Сергию. Дивный, милосердный Господь, истинный просветитель всякого человека, мы молим Тебя об издании трехтомного толкования. Господи, благослови довести дело до конца, предохрани от больших критических ошибок и от непорядочных людей. Ибо мы на Тебя уповаем, Господи. Слава Тебе. Упокой, Господи, душу усопших митрополита Илариона, епископа Евтихия, митрополита Феофана и других. Да будет воля Твоя на ними. Помяни наших ушедших братьев и сестер, отца Игнатия, Галину, Татьяну, Серафиму, Нянилу, Ольгу, Алексея, Сергия парализованного, Иоанна, Тихона, Марию. Да будет Твоя святая воля, Господи, над всякой душой. Слава Тебе! Боже милостив, будь ко мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, перед Тобою. Прости меня грешного и помилуй. Господи, прими сию молитву, воздеяние рук, как жертву вечернюю, приятное благоухание пред престолом благодати Твоей я. И спаси, и соедини наши молитвы с молитвами всех святых Твоих, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, прими и исполни молитву всех молящихся нас во благо нам. Прими наши молитвы, Господи, о всех заповедавших нам молиться. Спаси их и помилуй. Говори, Господи, Владыка, слушай Ты да слышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Всем доброе утро. Доброе утро. Христос за молитву. Аллилуйя.